Информация для автомобилистов. В пятницу, 10 августа, на ремонт будет закрыт железнодорожный переезд на Старомосковском тракте в селе Новоалексеевское. С 9 утра и до 5 вечера рабочие будут ремонтировать железнодорожные пути. В это время попасть из села Новоалексеевского в северную часть поселка на станции Хрустальная можно будет только в объезд через Новомосковский тракт. Из-за перекрытия автобусный маршрут Первоуральск, станция Хрустальная, будет сокращен. Общественному транспорту придется доезжать только до переезда.